Господь преподал ученикам Своим поведение прямое, искреннее, утвержденное на святой мудрости, а не оправдываемое лукавством, поведение, из которого должна светить чистая добродетель и небесную красотой своей привлекать к себе взоры и сердца человеков. Так, когда просветится свет ваш пред человеке, якогда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже есть на небесех». Фарисеи, напротив того, желали лишь казаться праведными, заботились только о том, чтобы выставить и выставлять себя слугами Бога пред обществом людей, пред массою, обыкновенно малоразборчивой.